Привет, мои хорошие! Я помню про свое обещание по поводу корректирующих шортиков и еще одной распаковки. Все это будет, но сейчас хочу показать вам коллекцию своих гелей для душа. Объясню почему. Обновилась распродажа, и начиная с 1 по 3 июля 2023 года очень хорошие цены на некоторые гели для душа. И я вам сейчас покажу, что у меня есть, и скажу, какие цены на определенные гели для душа сейчас можно найти в распродаже, которая длится всего 3 дня, и еще будут гели для душа из распродажи, которая на весь этот каталог распространяется, поэтому обратите внимание и успейте заказать. Ну, во-первых, я обожаю коллекционировать лимиточки. Тут их много. В запасе у меня стоит суперфуд, вот только ради них и снимается это видео. Сейчас у нас водопады свежести, распродажа на гели для душа и шампуни с 1 по 3 июля. И там вот эти смузи для душа, я их обожаю, мне очень жаль, что вывели линейку суперфуд, но... Пока есть возможность, берите 96 рублей. Это не просто гель для душа. Это вот такая вот субстанция, которая абсолютно не сушит кожу. Отдушки неимоверно приятные. Гранат, он, как по мне, пахнет яблоком. Авокадо, такой просто зеленый аромат. Нельзя сказать, что прям авокадо-авокадо. И ананас вкусный, обалденный. Прям такой вот аж слюнки текут, хочется выпить. У меня еще был... по-моему, асаи фиолетовый, но он, я не могу сказать, он просто ягодками какими-то пах, и ревень. Вот ревень мне не понравился, потому что это кислый запах, то есть вот кисленький. Кто любит запах кислых фруктов, тому понравится. Итак, смузи для душа, гранат 24,54, авокадо 24,51 и ананас 24,53. Но у вас там список откроется, я думаю, вы разберетесь. А также у меня есть по две штучки... Бонджорни. Всегда держу в запасе Марокко и еще один, потому что за качество, из которой от них балдеет. И я, кстати, их люблю. 17-28. Бонджорни — это гели для душа. Именно такие сочные, с ярко выраженной душкой. И вот второй. Japan, если Бонджорни — это грейпфрут, то Япония — это лимон с базиликом. Артикул 26-43. Также у меня есть парфюмированные гели для душа. Новиночка Мур-Мур, которая только появится в продаже. Артикул у нее 88-619. Обалденный сладкий аромат ириски. Также у меня есть три геля для душа Festa Divita. Это универсальный аромат, такой свежий, цитрусово-зеленоватый. Есть такой парфюм, есть такой дезодорант 82-98. Вот на лето самое то. У меня таких три, и есть один мужской остался, Монруа, у супруга такие дезодоранты и гель для душа тоже ему отдам. 81-17, такой классический мужской запах. Кстати, там у меня позади стоят парфюмированные дезодоранты, именно парфюмированные дезодоранты я держу тут. Вот он Мур-Мур в парочку к гелю для душа, и еще если парфюмчик, просто супер. У парфюмированного дезодоранта артикул 35-22. И у меня, кстати, там еще есть два дезодоранта Festa Divita. Это не антиперспиранты 35-15, а именно дезодорант. Вот Festa Divita на лето просто потрясающий. У меня еще есть два геля для душа Ботаника. Это для девчонок, которые у меня любят нейтральные, неяркие ароматы. Кедровые орехи и ежевика, и ромашка, и овес. Ну вот, ромашка — очень легкая отдушка, действительно какая-то растительная, и кедровые орехи — действительно какой-то хвоей пахнет. Ежевику я не чувствую. Кедровые орехи и ежевика артикул 87-58, а ромашка и овес 87-59. Но это у нас такая линейка Ботаника, очень натуральная. И у меня есть большие гели для душа по 380 мл из относительно новенькой линейки. Я вам зубные пасты из нее показывала. Артикул, так, вот так, смотрите, 2000 ровно 3. Это у нас с вами липовый цвет. Вот, кто любит аромат Today от Avon, берите липовый цвет. Ну, конечно, он не пахнет ароматом Today, но он пахнет липой, невероятно приятно, с такой... как будто бы немножко медовой отдушкой. И сюда же земляничный. Артикул 2000 ровно 5. Да.
Земляничка, земляничка. Очень вкусно. У меня аж слюнки выделяются. Когда находишься на интервальном голодании, нельзя такие вещи нюхать. И перейдем к моей коллекции... А, нет, не новогодних лимиток. Вот еще что покажу. В распродаже, которая всего 3 дня, наши цветочные гели для душа. Роза, обалденная, жирная, сладкая, насыщенная роза. Вот, мне кажется, так болгарская косметика пахнет. Но я могу ошибаться, конечно. Просто у меня в воспоминаниях вот такая ассоциация. 48 рублей всего, девочки, вот этот гель для душа. Я их использую и как гель для душа, и как пену для ванн. Артикул 2763, 200 мл геля для душа за 48 рублей. Успевайте заказывать, мне кажется, все разметут. Я вам специально сейчас среди ночи снимаю, потому что я понимаю, что вот в таких распродажах надо успевать вовремя, да? Вот еще одна роза, третья роза. Так, еще у меня есть тюльпан. Артикул 2765. Вот такой красивый. Это вообще был такой удачный выпуск. Ну, я не могу сказать, что прям тюльпаном пахнет, но... Пахнет свежестью и цветочностью. Есть еще магнолия. Ой, какой обалденный аромат. Вот эти лимитки были просто потрясающие. Артикул 2766, тоже по 48 рублей в распродаже. Так, это еще одна магнолия. И должна быть еще лилия. Да, лилия. Сейчас давайте затестим. Ну, лилия такая более приглушенная. На первом месте для меня роза, на втором магнолия. Артикул лилии 2764. Лилии очень часто бывают яркие и удушливые. Этот аромат не такой. Ну, а теперь переходим к новогодним лимиткам. В распродаже видела свой любимый черри-лимонад. Просто варенье вишневое с косточкой или компот вишневый с косточкой. Очень насыщенный такой аромат. Просто обожаю. Я думаю, что вам придет такой же срок годности, как у меня. От 11-22. И учитывая, что их срок годности 24 месяца, то есть, скорее всего, будет приходить со сроком годности до 24 года, до ноября 24 года. То есть, это очень много еще времени впереди. И они в распродаже рублей 66. Но это в постоянные. Новогодние лимитки в постоянной распродаже. Вы заходите в раздел распродаж и выбираете не водопады свежести, а остатки сладкие. Вот там это будет. В общем, мой любимый вишневый лимонад. Он у меня сейчас в использовании стоит. Раз, два, три... 4, 5, 6, 7, у них было 10, 8. Ну, уже, видимо, использовала. Дальше лимиточка у нас лимонный мармелад. А, кстати, у вишневого лимонада не сказала артикул. 29,41. Лишневый мармелад, лимонный мармелад, но он у меня один, поэтому я его не использую. Ох, такой с горчинкой лимончик. И из старых лимиток лимонный кекс. Это сладкий лимон. Если этот лимон такой прям цитрус с горчинкой. О, вот это вообще обалденный. Обалденный. У меня их, по-моему, два. Да, у меня их два. Дальше. Обожаю пингвинчик с мандаринкой. Тоже у меня их было много. Прям мандариновая мякоть. Какая вкуснятина. Так, чуть-чуть сместился кадр с гелия для душа. Артикул 26,18. Вообще, проверяйте, на складах разные остатки. Мандарин 2, 3. О, еще один лимонад. О, значит, у меня 9 лимонадов, один в использовании. Помню же, что было 10, а может 11 было. Есть еще вот такой бычок, тоже старинка, зимние ягоды. 26,16. Я спокойно коллекционирую гель для душа, потому что... Ой, тоже такая сладкая ягодная фантазия. Гелем для душа точно ничего не будет. Вот гели для душа это и парфюм. Это единственное, что, мне кажется, оправданно коллекционировать. Дальше вот такой вот пингвинчик фруктовый лед. В нем, знаете, есть вот эта небольшая ревеневая нотка. То есть он с кислинкой. Вот эта тигрулечка, да? Ой! Ладно, поднимем. А, тигрулечка, это была карамелька. Тоже он у меня в единичном экземпляре, поэтому не использую. Девочки, пожалуйста, не надо писать, что я сумасшедшая. Каждый по-своему. Кто-то пивко покупает. Ой, ну какая вкусная карамель. Просто обалденная. Кто-то пивасик себе покупает по пятницам, а я себе гель для душа. Ну, при этом гель для душа стоят и никому жить не мешают, и организм не портит. Вот эта единорожка, это баблгам. Вот его тоже обожаю, потому что гель для душа с баблгам.
Прям вот детская жвачка Орбит. Прям вот как это объяснить? Как на вкус, только на запах. Это вот как можно так постараться? Артикул 27-39. А тигренка я вам сказала. 27-40. Баблгамов у меня раз, два, три, четыре, пять. Тут у меня один гель для душа Story de Amour. Ну, как бы я новинки беру, тестирую и в запасик отправляю. Розовый кварц. Мне очень понравилась эта, кстати, лимитка. Она такая приятная, в ней есть как будто бы и розочка, какая-то цветочность ненавязчивая. Так, ну а тут я все показала. Ну вот и все, мои хорошие. Это всего лишь одна полка моего стеллажа. Его, кстати, мы недавно приобрели на Авито, БУ. Это знаменитый шкаф от IKEA Collax, называется он. На 25 ячеек. И у меня на полочках тут один блок, прям все посвященное Faberlic. Тут чуть-чуть выше покажу вам. Парфюмы их очень много, но тоже вам все покажу, буду так постепенно показывать каждую полочку по отдельности, что у меня хранится, проведем с вами ревизию, у нас все-таки впереди ожидается, я надеюсь, распродажа товаров для дома, у меня уже все потихонечку заканчивается, поэтому будем проводить с вами такие ревизии, ну вот, а пока показываю, что у меня есть, и надеюсь, вам это видео понравилось, буду рада вашим комментариям. Проходите в распродажу, где искать распродажу, заходите в корзину и нажимайте «Далее», и там открываются ваши персональные акции, и в том числе вкладка «Распродажа». В нее заходите, «Водопады свежести» — это там, где вот эти гели для душа. А, ой, видите, я уже даже крышечку отбила. Ну, я тут столько раз все переставляла, и мы переезжали, это не мудрено. А новогодние лимиточки в распродаже «Остатки сладкие». Если вы еще не зарегистрированы в Faberlic, и вы хотите покупать вот так все за копейки, гель для душа за 50 рублей, проходите, под каждым видео есть моя реферальная ссылочка, она моя персональная, проходя по ней, вы сами выбираете себе консультанта. Если вы просто регистрируетесь там через Google, Яндекс, тогда компания выбирает для вас наставника. Не факт, что он будет хорошо знать продукцию, или не вы, вдруг попадется навязчивый, или наоборот, очень такой холодный. Я со своей стороны гарантирую, что никому не звоню, не навязываюсь, не мешаю жить, но если вдруг вам понадобится помощь, я всегда на связи. Ну все, мои хорошие, до встречи в новых видео. Всем пока-пока!